Говорят, что человека встречают по одежке, но вернее сказать, по образу. А он не будет завершенным без стильной прически, макияжа, маникюра. Армавирцы получили отличный подарок. В центре города открылась студия красоты «Премиум». Это новый взгляд на весь комплекс парикмахерских услуг. Девушки с длинными волосами забудут о секущихся кончиках. «Премиум» предлагает процедуру полировки волос. Она безопасна, проводится быстро и не меняет длину. Волосы становятся гладкими, мягкими и здоровыми. Эффект длится несколько месяцев. Для тех, кто мечтает о роскошной шевелюре – наращивание волос. Материал класса «Люкс» продается в студии. Цена и качество вас приятно удивят. Сертифицированным мастерам при покупке – скидка. Клиентам – маникюр и наращивание ногтей в подарок. Окружающие оценят ваш новый образ, а вы надолго сохраните прекрасное настроение. Обслуживание на высшем уровне, цены приемлемые, девочки все замечательные, очень красиво, стильно, ну очень уютно. Мне все понравилось. Студия красоты «Премиум» предоставляет полный комплекс услуг. Стрижку, окрашивание, укладку волос, проламинирование и кератиновое восстановление, вечерние прически. Ваши руки станут прекрасными после профессионального маникюра, наращивания или запечатывания ногтей, покрытия шеллаком или дизайна. Опытный визажист завершит ваш образ. Предлагается дневной, вечерний, свадебный макияж, аквагрим, детский и тематический. Невестам в подарок тонирование декольте при помощи аэрографа. Новогодняя акция с 20 по 30 декабря в подарок к макияжу – укладка. А пятница в студии «Премиум» – семейный день. Если пришли обслужиться папа и мама, то детская стрижка бесплатна. Мы рады видеть вас в студии красоты «Премиум». Приходите к нам, мы сделаем вас счастливыми, красивыми. Мы вас ждем. Студия красоты находится в удобном месте, в районе женской консультации номер 1. Будьте неотразимы. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».